В Русском театре премьера спектакля «С. Суббота», «В. Воскресенье», «П. Понедельник». Три дня из жизни семьи неаполитанского торговца, где все поколения живут под одной крышей. Ругаются, мирятся и признаются друг другу в любви. Все конфликты, случившиеся в субботу и воскресенье, разрешаются в понедельник. Популярное итальянское произведение Эдуардо де Филиппо не теряет актуальности более полувека. На сцене Русского театра спектакль поставили режиссер Елена Невежина и художник Анастасия Глебова. Это первая работа московских театралов Северной Осетии. В комедии задействована практически вся труппа театра. Мы наметили 3-4 премьеру, и 3-4 премьеру хоть что мы должны были выпустить. Поэтому все трудились очень честно, без выходных. И очень хочется, чтобы этот труд отозвался в сердцах, в эмоциях нашего зрителя.